Теперь... Мяч, она зовет вас. Сейчас некогда, подожди, давай. Да забивай. мы добьем. Люди ждут. Сейчас, подожди, Роман Валерьевич. А то они забьют. Один забил без меня. Хорошо. Так, эти хватают, остальные там обрезать еще успеете сегодня. На гости налетите. Так, ты на машине? Хлопцы, уходите домой. Уходите домой. В машину садитесь, поедете тоже с нами. Так, выставитесь одни, ты потом привезешь их. Ты меня сейчас повезешь. И ребятишек забрать. Пошли. Все, вы стоите здесь втроем. Ну вы что, уже починили его? Что случилось? Приехали. А? Хозяева бульдозера приехали. Еще расчет. Надо. Ну как что? А что они не заехали? Мани-мани. Что, сюда не заехали? Ну знаю. Что они заехали? Я не знаю, что. Батюшка сказал, что вы позвонили сюда, чтобы я приехал. Ну так я сказал, что сюда приехал. А что, вы с деньгами ходите таким большим? Нет, конечно. Никому не говорите, а то будут обходиться. Да нет у меня денег с собой. За вами не приехали? Ну все тогда. Так, садись. Все, садись. Можно купить? Да нет. Что, выключаю? Ну, выключи. Приблудных и кого только не было. А для чего? Потому что это единственная коротенькая жизнь. Ну успеет, и говорит, не просто... Ну после вас останется возрожденная деревня. Ну вон, да. Лёшкин один дом чего стоит. Ну вот видишь как. Здесь пустырь был. Может к нему и такие же и начнут прирастать. Четверть века ничего не было. Воробьи летали. Так, поеду я, чтобы это, на темноту звоните. Мой телефон у вас есть. Есть. Все. Это самое, звоните, так, приеду. Главное, поговорите. Поговорю. Просто как будто это вы здесь живете. Скажи, мужик, ну сделай ты один раз, скажи. Все, ну, ты недаром будешь. Буду искать, может, за зиму сам куплю такой. А который вы говорили, который кран выдвижная такая-то. А я его уже все, вот если бы вы сказали, то я его уже в Барнаул угнал с Кучука, можно было сюда догнать. Ну посмотрим, если работы не будет. Для меня он глубже взял бы. Нет, этим он бы намного... Ну у него маленький ковшик у этого. Одинаковый с драглайном. Ну ладно. Все, до свидания всем. До свидания. Все, дай вам Бог. Хорошо все было. Все, выключаю. Сейчас подожди, я еду. Повернись туда. До свидания. Слава Богу. По-хорошему все. За отправку еще 11 тысяч дал. И все на этом. Что у меня? 121 до 11. Это получается 132 и 21. 153 обошлось мне это. 153 тысячи выложил. И я благодарю Бога. И он старался. Нет, тот Владимир Чернышов не роднее никакой. Все на этом. Да благословит его Бог.